Ну вот, главная часть закончена. Нет, заново. Главная часть не закончена. Привет, меня зовут Дмитрий. Тебя как зовут? Меня зовут Николай. Вот, вы на канале Let's Paint the Crash, мы едем в Серпухов, заброшенный дом. Там есть сводчатый купол прямо в фойе. И мы там сегодня сделаем рисунки. Коль, расскажи чуть-чуть, буквально пару слов про это место, что там такого особенного, что там можно прикольного сделать. Купол там, получается, должен был быть прозрачным, но наверху уже ничего не осталось из того, чем его покрывали. И там просто металлические конструкции. Заброшенный корпус трехэтажный и с возможностью залезть на самый верх, на вот этот купол. Он охраняется, нет? Нет, никого не охраняется. Так, ну, в общем, я сделал 4 рисунка, и сейчас мы пойдем помогать Коле. У Коли глобальная задумка на куполе сделать. Что Коля сделает на куполе? Металлической ватой здоровенный круг вот из этой хрени. На куполе, под куполом? На купол залезу, да, и будет вниз лететь искры охрененные. Будет супер, вообще здорово. И здесь Антон... у нас Антон с Юлей, они что делали? Наркоманы. Мы сегодня делали двумя вот такими вот руками, двумя пальчиками рисунки различные. Все сделали, что хотели. У меня получилось 5 рисунков из серии Not For Sale о предметах, которые вышли из общего обихода. Вот. И я доволен. Получилось отлично. Потерял один очень отличный снимок. Но в основном все, что хотели, сделали. Спасибо ребятам за помощь. Очень было здорово. Без них бы не получилось. Как я уже говорил до этого, я пытался двумя руками нарисовать более-менее какие-то симметричные картины. Ну, в общем-то, получилось все достаточно симметрично на самом деле, как оказалось. Ну, получился какой-то психодел, по-моему, так мне кажется. Ну, будет видно на самих фотографиях. Результат вы видели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока! Пока! Пока!